Николаевка, село в Лискинском районе Воронежской области. Входит в состав Петропавловского сельского поселения. Петропавловское сельское поселение – это муниципальное образование в Лискинском районе Воронежской области. В состав поселения входит 6 населенных пунктов. Село Петропавловка, село Владимировка, село Духовое, поселок Донское лесничество, село Николаевка и хутор Прияр. Общее количество населения на сегодняшний момент составляет 1406 человек. На территории поселения имеются 2 средние школы, 3 почтовых отделения, врачебная амбулатория, 3 фельдшерско-акушерских пункта, ветучасток, детский сад, дом культуры и 2 сельских клуба, 2 библиотеки. Николаевка расположена в 25 километрах к юго-востоку от города Лиски. Жители придонского села Щучье и села Колыбелка, расположенных по правому берегу реки, в середине 18 века на противоположном левом берегу реки Дон образовали несколько скотоводных хуторов. На карте, составленной в период генерального межевания земель, конец 18 века, на месте Николаевки отмечен один домик с подписью «Хут». Это была сторожка около скотных загонов. Хутор упоминается также в документе 1780 года. Поселок здесь начал расти в первые годы 19 века. Он получил название по имени владельца Николая Дмитриевича Черткова. Чертков Николай Дмитриевич родился 18 июля 1794 года в городе Воронеж. Умер 14 ноября 1852 года в городе Санкт-Петербург. Военный деятель, генерал-лейтенант, из дворян. Получил домашнее образование на военной службе с 1813 года. Участник заграничных походов русской армии 1813-1814 годов и русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Середина 30-х годов в отставке. В 1836 году пожертвовал на создание Воронежского Михайловского кадетского корпуса 1,5 миллиона рублей ассигнациями и 1000 крестьян мужского пола. Вновь был возвращен на военную службу. Числился при великом князе Михаиле Павловиче. Член комиссии по строительству Воронежского Михайловского кадетского корпуса. За свою щедрость Николай Дмитриевич Чертков был награжден орденом Святого Владимира II степени. Был назначен состоять при главном начальнике военно-учебных заведений и получил почетную должность попечителя корпуса. В честь него была выбита почетная медаль. Впоследствии Чертков получил чин генерал-лейтенанта и был награжден орденом Святой Анны I степени. Умер холостым, похоронен у порога Святодуховской церкви в Александро-Невской лавре. Имеется портрет Черткова, который написал А.П. Брюлов. В период боевых действий на Дону с 5 июля 1942 года по 15 января 1943 года Петропавловское поселение входило в прифронтовую зону. Население было эвакуировано в Бобровский район. Оборону сел держала 219-я гвардейская стрелковая дивизия. Многие жители этих сел добровольно вступали в ее ряды, стояли на защите донских рубежей и потом прошли боевой путь на запад. В данный момент в селе Николаевка проживает 80 человек.